Здравствуйте, уважаемый любитель рок-музыки. Смотрю я на вас и по глазам вижу, что со вчерашнего дня вы очень по нам соскучились. Поэтому немедленно перехожу к сегодняшнему анонсу. Мы продолжаем напоминать достопочтенной публике о наших ранних песнях и интересоваться вашим мнением, включать ли в программу онлайн-концерта очередную вновь представленную песню. Завтра мы продемонстрируем фотоклип еще на одну нашу песню двухгодичной давности «Прикосновение Вселенной» и будем ждать ваши отзывы. Но нам интересно было бы узнать не только ваше мнение, уважаемые любители рок-музыки, но и мнение об этой песне наших преданных хейтеров. 2 года назад они восторженно отзывались об этой песне. Интересно будет узнать, не изменилось ли мнение этих уважаемых людей с течением времени. У меня все. До свидания, друзья. До завтра.